Да. Стоп, 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 стоп. Почему? Потому что это был параллелограмм. Стоп, стоп, стоп. Мы действительно знаем, что отрезок МК равен отрезку ЛН. Потому что параллелограмм. Дальше. Диагональ образует с сторонами один и тот же угол. Да, конечно. Да. А вот дальше пока непонятно. Почему же вот такие отрезки? Пока это непонятно. Да, конечно. Прямая МК параллельно ДВ, это так написано, да. Почему? Ну, потому что у него вот эти стороны. Почему? Именно это вам нужно. Да. Нет, нельзя пользоваться во время решения задачи тем, что вы еще не знаете. У вас проблема с этими отрезками ЕК и ЛФ, что вы не знаете, почему они одинаковые.